И всем привет, меня зовут Влад А4, это Лёша, Пози. Пози А2. А2, есть такой лист бумаги? Да. Ладно. Ну, ссылка тогда... в описании на Лёху, если что. Короче, сегодня будет очень интересное видео. Немного игровое, немного азартное, немного интригующее. Сегодня мы будем играть в Fortnite Battle Royale. Я решил предложить Лёше челлендж. Я буду платить ему $100 за каждое убийство. Найти. И за каждое убийство я буду получать 100 баксов. И эти баксики пойдут на мой новый Макдак, потому что смотрите, какой я толстый на этой камере. Это на самом деле очень крутая идея. Я таких челленджей нигде не видел, поэтому я решил, почему бы не согласиться. Все равно он мне... И вообще, ребят, сейчас вы посмотрите на саму игру Fortnite. Вообще, эта игрушка сейчас максимально в тренде на Западе, вообще во всем мире. Все в ней играют, блогеры, модели, актеры. Моя мама играет в Fortnite. И понимаете? Моя будет играть после этого видео. Короче, и мы решили тоже эту тему начать продвигать в России, вообще в русскоязычном сегменте, СНГ и бла-бла-бла. Сейчас, короче, ребят, вы увидите игру на экране. Вот она, наверное, вы ее видите. И... здесь ничего нет, зачем ты их обманываешь? Ну ладно, вот тут значит, ничего вот, нету. Значит, вот сейчас. Да тут опять ничего нет. Ты бы еще черный экран. Ладно, обещать не буду, скоро увидите игру. Короче, так как Леха не профессионал, а игра такая очень интересная, в ней нужно разбираться и понимать. Я очень жестко нублю. На самом деле, максимум, сколько я делал за одну игру киллов, это 5 киллов, 5 убийств в игре. Это может быть $500, если ты повторишь свой успех. $500! Если повторишь успех, но я вот не знаю. Не знаю. Мне кажется, потом после видео он такой скажет: ну ладно, Леха, собственно, если хочешь получить свои деньги. Короче, и поэтому я решил Лехе дать 3 попытки. 3 раза он будет падать на карту в Battle Royale, в эту битву. И посмотрим, сколько за 3 попытки он сделает убийство. Я думаю, что у меня получится как минимум убить человек 5. Очень на это надеюсь. Надеюсь, что нет. Ну что, лего. Все, теперь точно игру на экране увидите. Раз, два. Да опять ничего. Так, все, хватит, можно я? Можно я? Странная камера какая-то. Да, очень странная. Она, мне кажется, не работает. Ай, давай просто ударю ее. Короче, просто я уже несколько недель рублюсь в эту игру. Вот видите, слева мой ник сверху. Это я. Поэтому я дал Леше свой аккаунт, потому что он классный. Уже все нормально отыграно. Так, 3, 2, 1. Я выпрыгиваю. Полетели. А, я полечу... Ты же не посмотрел вон туда. Я знаю, куда я полечу. Вот это место называется «Приятный парк. Город». Смотри, вот там на футбольном поле, возможно, будет сундук, в котором можно найти лут. Это тебе просто подсказка. Зачем я тебе подсказываю? А, спасибо, спасибо. Это халявные баксики. Больше подсказывай. Вот, сундук. Мне просто хочется действительно, чтобы ты как бы убивал людей. О, нет! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Так, Вилли Вонка, улетай. Вот здесь есть сундук, вот там, спускаемся. Вот. Видишь? Просто сейчас не слышишь? Не бей! Ты что, сумасшедший? Тихо, вот. Обыскать. О, все норм. Есть, все норм. Так, пистолет с глушителем. Это очень круто. Нет. Я знаю, что я делаю! Доверься мне, Влад! Доверься! Давай, я доверяю. Просто возьми всю свою волю в кулак! Баталия. Идет, Леша, посмотрите на его сосредоточенное лицо. Он встретил свои первые 100 баксов и убежал от них. Пока Леха играет, я решил, может, его как-то поотвлекать какими-то штуками. Не, слушай, я максимально... В смысле нет? Так, что произошло? Фак. Почему ты убегаешь от своих денег, Леша? Да у меня 36 жизней осталось. У меня есть аптечка? Нет, у тебя аптеки нет. У тебя есть эти баночки на... Я тебя предупреждал, что игра будет нелегкой. Я просто не разыгрался, вот и все. Я просто не разыгрался, сейчас я соберусь всеми силами, зайду во вторую катку, и на этот раз... Не отвлекай, вот, как это называется? Бла-бла-бла. Зачем ты это делаешь? Леша, я тебе предложил немножечко разыграться. Ты что сказал? Все. Он сказал, да, я знаю, я уже играл, да, 1000 раз, да, я всех побил. Я сказал, что я профессиональный нуб, поэтому давай будем с тобой честны. Кстати, Леша, я забыл тебе кое-что показать, может это станет твоей мотивацией. Оу! Оу! Нет.
Рановато. Давай. Я тебе сейчас 100 кубин сделаю, просто давай, братуха, договоримся. Давай я положу их вот сюда. Давай. Первые твои 100 долларов будут лежать вот здесь. Ага, хорошо. Так, и за первое убийство я получу 100 долларов. Замечательно. Короче, сейчас посмотрим. Может, это добавит ему мотивации, он уже начал вторую игру. Какой, ох уж эти Влады А4, которые мотивируют тебя деньгами убивать людей в Фортнайте. Чё за прикол? Кстати, ребят, если хотел вам рассказать такую новость, что у меня в описании, если вам, в принципе, понравится эта игра, есть официальная ссылка на скачку этой игры. И все, просто кликайте, и игра уже на вашем компьютере. Да. А, я уже спустился вниз, я уже прилетел куда-то. Ты решил, короче, в этот раз прыгнуть куда-нибудь в лес. Да, я лучше буду действовать пока что как одиночка. Одиночки, как мы все знаем, выживают намного дольше. Правильно. Ну, ты падаешь... Неправильно, я только что сам это придумал, но... Нет, одиночки, да. Надеюсь, ты сделаешь хотя бы одно убийство. Вот если будет хотя бы одно убийство, ты не представляешь, как я буду рад. Вот на тех чуваков лучше не лезть, они паркурят там как барсуки. Нужно осматриваться и быть максимально... И вообще, как вы можете заметить, Леха играет без наушников, но... В целом, если играть с наушниками, то ты слышишь шаги людей, ты слышишь звук сундуков, кстати, если ты не знал. Ага, сейчас монтирую, как будто у тебя песня заиграла какая-нибудь. Фейса, допустим. Я слышу песню Фейса, как бы это странно ни звучало. Это пранки. Давай я тебя разложу вот так, чтобы тебя было... Не-не-не-не-не-не, она мне клавишу перекрывает. Что это за звук? Что за звук? Я так и раскидаю. Объясни мне, Влад. Звук чего? А звук шелестения... Я понял! Это звук сундука. Вот такие тут штуки. Круто. Так, Лех, я сейчас пойду, найду что-нибудь, чем можно тебя отвлекать от игры. Да. А ты, пожалуйста, никого не убивай пока. Согласен? Да, надеюсь, получится никого не убить. Так, что у тебя может быть здесь такого? У тебя есть в холодильнике кетчуп, чтоб я намазал тебе его на лицо? Да, я не знаю, бро. Так, я нашел тут базлайтера, и мы сейчас летим к Лехе. Это Buzz Lightyear, ты прав. Я кого-то слышу. Я никого найти не могу. О май гад! Ты меня правда очень испугал. Так, окей, ты вроде спрятался. Ты построил себе какое-то строение и сидишь за ним. Нормально. Да, я буду аккуратненько здесь сидеть. Это успех. Но... Смотри, человек уже 11. Ты вообще уже вошел почти в топ-10. И без единого убийства. Давай ты мне будешь за топ-5 еще. Ну, типа как новичок, там поблажки для новичков. Мне кажется, я дойду до топ-1. Я не знаю почему, но у меня такое очень хорошее предчувствие. Это тактика на самом деле такого новичка. Падать куда-то далеко. Так. Там лутаться. И потом, не знаю, приходить ближе к топу и там стараться кого-то убить. Ты почти, ты так близок к успеху! Yes! Я никогда не знал, что я буду так рад тому, что ты кого-то убьешь. О май! Мани! Ой-ой-ой, какой напряженный момент, бро. Какой напряженный Ой, момент. Я... Так, зона! Такое сосредоточенное лицо. Я буду действовать непредсказуемо, как самый настоящий нуб. Просто спрячусь за дерево. Я тебе скажу, что у тебя очень... Оу! Не-не-не, так. Вот сейчас он дерево станет, лучше строить себе баррикады перед... Тихо. Неплохо, Лёш. Видишь, как он строится? Вот так вот играют профессионалы. Всё, Лёша. Ты очень старался. Ну вот. Давайте. Поплачу. Нормально. Вообще неплохо. В принципе, неплохо. Ты как. Пока, Влад. Итак, Леша теперь меняет тактику. Он решил падать не в какой-то лес, а конкретно в город и в конкретную гущу событий, в замесы, где батуали и прочее. Ужаснейшую гущу. Я не знаю, что я сказал. Короче, меняем тактику, пробуем. Леша, короче, пробует зарабатывать деньги. Итак, понеслась игра. Поехал. Давай. Ты вполне себе.
принципе, идешь к успеху. У него берет, ты можешь даже бежать к нему навстречу, потому что у него нет оружия, ты можешь его убить. Леша, Леша! Есть! Леша! Мани, мани, мани! Воу, 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 давай, давай, пять, давай, пять! Воу! Воу! Так, я сделал одно убийство, и я один в этом месте, ты прикинь? Не, это не факт, это не факт. Да, я здесь один. Это не факт. Но я точно видел, что сюда больше никто не падал. Ну ладно, ты можешь так думать, но это вообще не факт. Делайте, ребяточки, ставочки, сможет ли Леша сделать третье убийство. А если он сделает четыре убийства, это взорвет мне мозги. А если он сделает... Ну это ряд, это из ряда фантастики. Да, это да, из ряда фантастики. Это 4 убийства, в это я еще могу поверить. Ты слышишь выстрелы? Ты слышишь выстрелы? Это снайперская винтовка. Давай, Леха, держим кулачки. Держим кулачки за Леху. Он откуда-то спереди стреляет. А, вон он, блоха! Вон он, смотри. Вон он бегает, пупсик. Он стреляет еще что-то. Не ожидал, да, правильно? Ты можешь еще опять выпить баночку на 6 нажать, а этот чувак уже идет по твою душу. Я буду делать... Его по нему стрелять, ты можешь его подсосать, добить и получить еще 100 баксов. Ой, с пулемета лучше эмочку взял бы. Опасный трюк, опасный трюк, очень опасный трюк. Все, у тебя патроны закончились. Так, смотри, очень осторожен будь. Не спеши, не спеши. Лучше... Да как я ни по кому не попал? У тебя остается единственный вариант. Да как? Тихо-тихо-тихо, они сейчас здесь будут. Максимальное напряжение, посмотрите, посмотрите на этого игрока. Как он увлечен этой игрой. Ребята, оценивайте, оценивайте эту игрушку от 1 до 10, прямо сейчас в комментариях. Очень интересно ваше мнение. Я эту вот игру оцениваю прям на 10 из 10, я прям фанат ее. Есть смысл сзади его попробовать обойти? Нет, вон... дробовик, он не такой дальнострельный, это сблизи надо сделать, это сблизи. Он сейчас пойдет в зону, наверное. Да, он просто полетит туда, вон он, даже не знаю, у меня патроны закончились. Как тебе говорит твое геймерское сердце, поступай. Как Bear Grylls, принимай быстрое решение. Так, тихо, он тебя заметил. Это батл. Нет, нет, не стоит. Лучше подождать, пока он подойдет. Ой, ой, ой. Ну что, Леха, я считаю, что в принципе результат хороший. Для человека, который долго не играл, который... ладно, давайте просто поутешаю. Kill me, guys, пожалуйста. Ну что ты можешь, прокомментируй. Как я не понимаю, как люди, которые стримят Fortnite... могут так круто тащить катки. Вот честное слово, я сейчас поиграл, на моем канале очень мало выходит Fortnite. Мне многие пишут, почему ты не играешь в такие игрушки. Теперь вы знаете почему. Влад тому свидетель. Вот смотрите, что я выиграл. Вот сколько было. Вот ты не против, да, что я возьму? Вот смотри, вот сколько было. Вот здесь киллов 50, наверное. Здесь 200. Я не знаю. Эй! Давай, как пример, смотри, мы покажем игру профессионала. Человека, который, как по всей видимости, умеет играть в эту игру. Смотрите, как это все должно происходить. Он строит себе ограждение, он строит себе крыши. Что? Так, он что-то запутался. Ну вот, смотри, ну вот какой профессионал? Он просто смотри. Прыгает, его с гранатомета вынесли. Где профессионализм? Ну, давай покажи, давай за этим посидим. Давай Этот вообще с киркой бегает, замечательно, да? Ну это какой-то твой стайл первый. Ага, тоже, он где-то гуляет, он сам себе тусуется, он нашел два оружия и бегает. Так, смотри. Экшончик. У этого игрока хорошее оружие, это Скар. Ну, то есть, вот так происходит геймплей, когда ребята умеют играть. Воу! Ты понимаешь, да? Ну, его сейчас вынесут. У меня прям дежавю такое ужасное. Смотри, его сейчас убьют. Ну, ладно, его не убили. Ну, ты понимаешь, да? Он возьмет топ-1, думаешь? Два игрока осталось. Он поднимается на гору. Сейчас будет просто финальная битва. Эпик. Сейчас вообще вы поймете вообще всю суть этой игры. Почему в эту игру сейчас играет весь мир. Реально весь мир. Ну-ка смотри. Так, это что фишка, он запалил? Смотри. Когда ты ломаешь нижнюю постройку, ломается вся. И тот упал вниз. Тот упал вниз, правильно. И сейчас он его со снайперки снесет, мне кажется. Кирпичные лестницы, кирпичные стены? Да, это есть вообще металл, законно? Кирпич и дерево. Нормально. Давай, мочи. Зачем он подбирает ловушки? Все, мне кажется, ему конец. Слушай, ну я точно так же играл, о чем ты? О, да ладно, он в полете смотри, до аирдропа? Смотри, что он творит! Воу! Че происходит? Ну, неплохо. Да, так, у него будет радостный танец, нет? А, есть радостный танец. Буги-буги. Та-та-та-та-та-та-та. Ща-ля-ля-ля-ля-ля-ля. В общем, увидимся. Что происходит? Увидимся, Влад. Что вообще? Что? Так, увидимся. Можно хоть что-нибудь? Так, Леша. Увидимся. Леша. Короче, пока. Леша. Ха!
Лёша. Лёша. Короче, как вы, ребята, поняли, эта игра с нереально огромным, большим, интересным геймплеем. Мы показали, на самом деле, процентов 20, возможно, от всего, что может происходить сейчас в этой игре. Сейчас Влад меня научит нормально играть, и мы запишем прикольный видосик на мой ченнел. Короче, ребят, если что, если хотите, если вам понравилось, мы можем запилить вторую часть, повысить ставки, Лёша подтянется и, возможно, заработает чуть побольше денег. Короче, ребят, оценивайте игру, и если она вам понравилась, вы можете скачать ее по официальной ссылке в описании под этим роликом. Под видео. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на наши каналы и оставайтесь такими же крутыми. Всем пока!